быстро устаешь. Большой выбор – это плохо. Что такое эпицентр сейчас, возможно, я вам поснимаю. Вот многие говорили, что Эйс у нас хорош, остальные магазины, Хоум-центр отличный магазин, почему вы туда не пошли. Я покажу вам, что такое эпицентр по сравнению с Эйсом, Хоум-центром и всем остальным дреком. Так, теперь мы все смотрим на Стасика, говорим ему привет. Смотрим на нашу еду. Вспомните, как у нас вообще в Икее, да, вот все любят пойти покушать в Икею. Это дуруны, это хлеб, это беляш, это сосиска в тесте жареная, это люля-кебаб, это картошка там по какому-то... По-провански. Это... Ой, дашь мне это попробовать? Да. Это, короче, салатик типа оливье, ну вы видите. Магазин, в принципе, настолько огромен, что обойти его даже день, там, не знаю, его не хватит. Он здесь двухэтажный, новый. Мы сейчас только будем его изучать, мы здесь не были. Мне нравится, когда можно шины выбрать, как-нибудь вот подойти и посмотреть их, потрогать самому. В Израиле никогда тебе не дают потрогать и выбрать самому. Артур нашел тебе переносной сортир. Смотри. Можно прям с собой брать в поход. Тут же давайте посмотрим на количество вешалок. Есть абсолютно разные. Я даже не знаю, какие еще можно себе придумать. Это были пластмассовые, а теперь вот тут деревянные разных цветов по разным ценам. И деревянные классические, с разными вариантами плечиков. И вообще. Мне нравятся маленькие. Ну вы поняли, можно звоночки пробовать. Вы мне не поверите, но я знаю весь выбор ёршиков, которые у нас есть в нашей стране. Так что теперь мы сверяем. Я думаю, все. После этого нет никакого смысла больше сравнивать отдельные позиции. Вы все поняли. Ладно, пока утюгов турок не нашел, но посмотрите, например, сколько здесь миксеров. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, это 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 миксеров в одном магазине. Раутеры. Хотите распакованные раутеры увидеть, да? Не в коробочках, как у нас их продают, что нельзя распаковать. Вот как у вас будет выглядеть раутер распакованный. Да? Нормально? Но у нас такого нельзя. Как же так? Вот точно как мы себе купили, сяомевский. Это магазин, который не торгует раутерами, в принципе. Или компьютерной техникой. Давайте посмотрим теперь чайнички. Первые две линии и еще две линии. Считать или не нужно? Ну, это уже кофемашины. Ну, я не буду их считать. Сразу же можно и кофе купить. я что-то начинаю уставать. Видите, как плохо. Слишком быстро устаешь. Слишком все это... Большой выбор – это плохо. Мы нашли здесь мебельный отдел, нижний этаж, он довольно большой. И говорим о том, что в принципе Икея погоду не сделает, когда откроется в Киеве. Но с другой стороны, здесь все довольно-таки уродливо, какое-то такое страшное, старое. Ну, старый дизайн какой-то весь, да. Я понимаю, что есть, наверное, дешевые модели. Я надеюсь, что это так. Я плохо разбираюсь в ценах. Выглядит все очень откровенно дешевым. Но зато есть какой-то недешевый. Дело, смотри, ну 11 тысяч понравился, тут вообще 18 тысяч гривен. Ну, 17 тысяч гривен это наших сколько денег, тут вопрос. Где-то 2000 шекелей, чуть больше. Ну, за 2000 уже можно смотреть. Можно смотреть более-менее уже нормальные варианты за эти деньги. Подозрительная вся эта тема. Так что думаем мы, что Икея может здесь конкурировать именно своим трендом, своим именем и, ну не знаю, няшностью. Все хотят Икею, короче, а ее нет. Что еще интересно, конечно, продавцы, ну никто не пристает, не принято, максимум поздороваются. Но в принципе вообще, пока ты не обратишься к продавцу, специально с тобой практически никогда не общаются. Это приятно, это нормально, мне кажется. То есть все очень ненавязчиво. Ты получаешь общение только тогда, когда ты его сам хочешь. Это прикольно. Удивительный факт, что по ценам вот именно такие вещи, мебель очень часто приближаются к нашим. Это очень странно. Мы только что смотрели киевский диван, который делают под Киевом, и он стоит точно так же, как примерно так же, как наш диван, который у нас стоит в Петах-Теке. Это странно почему. То есть, когда привезенное еще стоит, я могу понять. Когда здесь делают, не могу. Тело вот такое вот в Петах-Теке, чтобы наконец-то начали завозить настоящее дерево ценителям. О, отлично, уже прям пахнет бабушками. Знаете, есть такие человечки, на которые, ну все знают, всех первоклашек были такие, на которые вешают свою школьную форму. Или же сейчас в Икее продается там один или два вида, ну в основном один. Посмотрим, что с этим в Эпицентре. Такой неоклассик нескольких вариантов. Для школьника, для школьницы и для школьника. Сверху даже с такой штучечкой, чтобы не скользила одежда. Вариант попроще, одинарный, дешевле. Для изысканных мусье. Для девочки-первоклашки, возможно. Для мальчика-второклассника. Беленькие для любителей Икеи. Еще один беленький. Так, тут уже беленькие со вставками из нержавеечки. Дальше еще вариации на тему. И дальше продолжаем. Да, согласен, они все немножко похожи друг на друга. Но у нас это вообще у всех одинаковая мебель во всем Израиле стоит, если бюджет ограничен. Не, ну хвалить-то легко, а вот попробуй поругай. Вот с зеркалами все полный шлак. Что это такое? Это как унитазное сиденье. Или вот это вот. Отличное, да. Вот эти вот все окантовочки, потому что без них же себя смотреть скучно на себя. Без этих окантовочек жизнь не мила. Нет, есть, конечно, лаконичные модели, да, просто и дело вкуса. Мы привыкли к такой, прямо лаконичнее некуда. Но, как вам такой вариант? Вот именно такой вариант. Смотрите, это же... Это можно сэкономить на кривых зеркалах, повесить у себя такое. Есть все, немножко проблемка со вкусом всего представленного. Оно много такого прямо... Прямо вот не знаю, вот Советский Союз где-то вылазит, вот что-то есть в этом, старое такое. А мы думали, что у людей проблемы со вкусом, а оказывается у производителей тоже. То есть все люди, которые, например, сдают квартиры на съем, и мы потом их снимаем, и не можем понять, почему все так. Они идут в Эпицентр, покупают самые дешевые, и получается вот так вот все. Но зато вот там вот девушка, женщина моет пол под стульями, подиум моет под стульями, чтобы блестел. Очень чисто, безумно чисто, невероятно чисто во всем этом магазине. То есть я даже настолько чисто, что ты даже не замечаешь этого. Что еще странно, самые классные у них стулья и кресла стояли в кафе, то есть в столовой, по сути. Они для столовки, наверное, они купили в Икее, да и привезли. А тут продают, я вам сейчас внимание покажу, что. Вот такое. Ой, упала цена. Вы не поверите, но верхний вот этот короб для кондиционера, он обит войлоком. Нет, придраться я не могу. Магазин шикарный, огромный. По дизайну пространства, по его масштабу он просто фееричен. Какие-то дизайнерские элементы, вот как вот тут вот, как эта стена с велосипедом. Ну, шикарно. Так что все вот так неоднозначно. Это за мной вся стена в чашках. Вся стена в чашках. А это все бокалы. Бокалы, бокалы, бокалы. Еще бокалы, еще. Скучаешь за Израилем? Ничего думать не надо, ничего выбирать не надо. И тут тоже посуда. Но, кстати, тоже в проходах, как и у нас, очень любят что-то поскладировать. Правда, это какой-то закуток. Конечно, отдых такой на любителя, но если вы перепробовали уже кучу разных аттракционов в Киеве, которых, ну, на самом деле, не так уж много, если вам надоело ходить постоянно по ресторанчикам, то, ну, мне лично жутко интересно вот вся вот эта вот, да, как современная какая-то жизнь, как люди живут, а здесь все постоянно делают ремонты и покупают все в эпицентре, поэтому эпицентр — это такая, как по мне, достопримечательность. Можете приезжать на целый день, не пожалеете, день убьете точно, я вот вообще никакой, ноги просто отваливаются.